Спортивный праздник своим музыкальным приветствием открыли юные артисты казачьего ансамбля «Кубаночка». Эстафету поздравления приняли спортсмены Краевой федерации джиу-джитсу, серебряные призеры первенства мира, краснодарцы Дмитрий Щербина и Иван Павлов. Ребята продемонстрировали технику японской борьбы. В турнире же приняли участие более 100 спортсменов. Были и схватки сильнейших самбистов курорта разных возрастов и специально разработанные технические действия в рамках адаптивного самбо. Их выполняют под строгим контролем специалистов. После схваток на ковре все участники приняли участие в веселых стартах. Самбониада отмечают в городской спортивной федерации не просто турнир, но и приглашение для всех ребят заниматься самбо, как спортивным, так и адаптивным.